Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы начинаем серию роликов по игре Don't Starve с дополнением Shipwrecked, так сказать, кораблекрушение. Так, что я вам могу рассказать, Я послушал совет у некоторых подписчиков, я добавил аддон, точнее мод, который добавляет нам слоты для... Что-то горит? Что здесь может гореть? Странно. Дополняет слоты отдельные для брони и для, собственно, амулета и ящичка нашего. Точнее, ящичка, а рюкзачка. То есть у нас для каждой из этих вещей будет отдельный слот. Это мне кажется замечательно. Далее я благодаря одному моду. Кстати, по-моему, этому же, который меняет нам слоты, он и в нем есть настроечка «Отдалить экран». Так как я играю на расширении 1280 на 720... Вот приблизительно такое отдаление будет при расширении 1920 на 1080. Поэтому я решил все-таки отдалить. Это и удобнее будет, и приятнее посмотреть будет на более объемные размеры. А то на карте нам показывают, что мы видим огромный круг, а на самом деле мы даже половину этого круга не видим. Поэтому я немножечко это сместил. По поводу самого Shipwrecked, я в него толком не играл. Я в него один раз зашел еще даже, когда в Don't Starve без модов не играл. Я в него зашел чисто посмотреть и понял, что я на тот момент, ну, с этим никак справиться не смог бы. Так, вот мне нравится, что здесь есть паук. Мне это очень нравится. Вот, поэтому сейчас я думаю, что благодаря вашей помощи, кстати, в которой очень сильно нуждаюсь, я думаю, что любой из вас, который играл в Shipwrecked, будьте добры, пишите все советы, которые вы когда-либо слышали, знали, пишите мне в комментариях. Я абсолютно ни черта не знаю в Shipwrecked, вот честно, я знаю только одно. Это, что нужно вначале аккуратно экономить ресурсы на первом острове. И знаю то, что крабов можно заманивать, ну, там, специальным способом. Вы его агрите, он убегает, и вот в этот момент он типа ошеломлен. Его в этот момент можно убить. Вот это единственное, что я знаю. Все. На этом мои познания как бы... Конец, поэтому я, конечно же, прошу вашей помощи. Так, нам повезло, у нас довольно большое количество здесь ресурсов, поэтому давайте сразу создадим мачете и кирку про запас. Ой, музычка эта прелестная. Так, мачете, сейчас аккуратненько ударим. Проверим, может, тут змей есть? Нет. Тут очень сильно нужно опасаться ядовитых змей и пауков, потому что с ядом бороться очень тяжело. Это то, что тоже мне еще один момент известный. Мне один человек на этом очень сильно акцентировал внимание, потому что говорит, что если ты отравишься и не сможешь найти достаточное количество ресурсов для создания противоядия, то ты, собственно, сдохнешь. Что проще некуда, по-моему. Сдохнуть можно везде и всегда. Так, давайте набьем ресурсов на плот сразу, заранее. Чтоб потом с этим не мучить себе мозг. Так, три есть. Вот в этой херне сидят змеи, поэтому мы к ним не пойдем. Ну их нафиг. Попугайчик, спокуха. Все хорошо. Так, три и четвертое. Так, ягодки, кстати, соберем. Вот если на этом острове нет обезьян, то он мне уже очень сильно нравится. Обезьяны — это ужас, это ужас. Так, плот, давайте сразу. Оп, все, заготовочка плота есть. Ой, я как пролагала. Так, соберем ягодки. Так, что это было? Что-то шипело. Так, давайте чуть приблизим карту. Так, там змея. Так, ягодки. Тут еще есть ветки и еще кремень. Отлично. Ну, в принципе, нам бы, кстати, заготовить первый костер. Не помешало бы тоже. Что там для него вообще надо? Три травы и два бревна. Да, давайте заделаем топорчик тогда. Топорчик. Сюда. Так, и соберем травы. Заготовим костер, потому что... Ой, что-то у нас так мало кремня стало. Да, заготовим костер, потому что я надеюсь пожарить вот это хотя бы дело, чтобы оно нам рассудок не забирало. Ягодки — это, конечно, замечательно. Так, куда это такое? А, там тупик, все. Тупик — это понятно. Так, берем топорик туда. Давайте уже выросший деревце срубим. Потому что я видел, вот, с кокосами. Давай, дум. Так, наша основная задача, конечно, сейчас буквально, вот, может, мы переночуем сейчас одну ночь здесь. После чего, конечно же, нужно отсюда валить. Так,
посадим, пусть растет. Объясню, почему валить. Потому что я пока здесь не нашел камня с золотом. А если нет камня с золотом, нет, собственно, исследовательской машины. А если ее нет, нет большинства, собственно, рецептов начальных, во всяком случае. Поэтому давайте я сейчас до конца добегу эту всю территорию. Посмотрим, что мы вообще имеем. Давайте лучше мачету в руки возьмем. Вдруг сейчас какая-то херь выскочит. Так, вечереет. Кстати, факел. Факел, факел, факел. Про него я что-то вообще забыл. Пусть будет. Так, сейчас змеи повылазят всякие неприятные. А главное не нарваться на ядовитую змею. Обычные змеи, пожалуйста. Можете меня бить, я готов терпеть, так сказать. А вот ядовитые, нет, спасибо. Так, цветочки пусть будут, мы их трогать пока что не будем. Пусть растут, цветут и пахнут. Так, вот это, походу, обычные змеи. Ой-ой-ой-ой, тихо, не агритесь. Фу, фу, брысь, брысь. Давайте их на пауков натравим. Ой-ой-ой, сколько их тут. Ой-ой-ой. Так, пауки там уже с кем-то дерутся, я так понимаю. О, два кокона, кстати. Ничего себе. Так, можно забрать ягодки? Спасибо. Да не агритесь вы на меня. У вас там с змеями целые войны могут происходить. Баталии, я бы даже сказал. В принципе, остров мне для поселения нравится. На нем есть все вот эти первичные ресурсы. Есть пауки, которые являются источником, собственно, мяса. Поэтому да. Я же забыл сказать, почему я, собственно, выбрал Вилсона. Я слегка подустал от постоянных упреков того, что вот я выбрал ту же Венди, у нее там читерская сестра. Я там выберу библиотекаршу, она читерская, потому что у нее ресурсы, а точнее все эти рецепты начальные изучены. То есть ей не надо заморачиваться по поводу первой машины. Возьму еще кого-то, тоже не котируется, тоже все плохо. Поэтому я решил взять самого стандартного Вилсона, чтобы просто не было к чему приклепаться. Так, берем факелок в руки. Давайте дублоны эти выкинем. Я пока не знаю, просто где их и как использовать. Давайте немножко перекусим. И, наверное, отправимся. Отправимся в первый плавь. Давайте откроем карту, посмотрим, что мы вообще имеем. Так, здесь у нас есть водоросли, кстати. Водоросли это хорошо тоже. Я, правда, не знаю, в какую сторону. Давайте, наверное, в эту сторону куда-то проплывем. Сейчас пока ночь добежим до той стороны. Так, здесь у нас есть, кстати, эти... Свин есть один, есть еще и улей. Вообще остров шикарный, мне кажется. Напишите, кстати, в комментариях, потому что я в Шипректе много не видел, поэтому хочу узнать, вот это действительно крутой очень остров, и мне очень сильно повезло. Так, пока что давайте доходим до края. Так, факел наполовину сгорел, даже больше. Давайте еще до края дойдем дальше. И сейчас вообще будем учиться плавать, это вообще отдельная история. Так, давай, заканчивайся. Фу-фу-фу. Почти весь факел сожгли, ну. Обидненько. Все. Так, ставим наш плот. Так, посмотреть, что внутри. В смысле посмотреть, что внутри? Ладно. Так, плот как плот. 100 единиц здоровья у него, 150. Так, это, я так понимаю, более глубокие воды. Давайте соберем это дело. Так, будет хоть что перекусить. Так, еще бревна есть, кстати, если что, на костер. Так, вообще, на самом деле, не надо сейчас отвлекаться на еду, потому что она нас сейчас лишний раз только будет тормозить. Нам нужно... Ай-яй-яй, вот это я зря, да? Это я промок и покоцал кораблик. Да, это я зря. Так, надеемся. Так, еще более глубокие воды. Так, нам точно не туда. Однозначно. Вот, видите, даже на карте видно. Вот, максимально темный. Более светлые воды и самые светлые возле берегов находятся. Поэтому мы будем, наверное, так и ориентироваться. Так, здесь у нас все еще светлые. Но это мы сейчас вдоль берега плывем. Так, вот вроде светлеет. Или это мне уже кажется? Или там не хочется, чтобы оно светлело? Так, ну ладно, мы все равно все будем проплывать. Вот, светлеет бережок. Что это за хрень? Так, надеемся на бережочек. Да. Вроде мель, поэтому должны туда. Есть берег. Давайте смотреть, что у нас здесь. Так, нам вообще еще перекусить надо. Что-то мы жрать сильно много хотим вообще-то. Так, выйти. Давай. Вопс. Так, давай, перекуси ягодкой. Эту жрать не стоит. Рассудок потеряем. Так, собираем, конечно же, ветки. О, есть камень. Так, хорошо. Золотой камень, это, конечно же, в радость.
Давайте, знаете как, давайте изучим полностью весь остров. Так, вот эту хрень тоже соберем. Так, я думаю, мы тут немножко задержимся. Так, здесь есть свины, камни с рыбушками. Хрю, здоров. Бутылка. А ее можно забрать? Выловить послание в бутылке. Блин, надо бы сюда подплыть. Ладно. Так. Остров. Остров, в принципе, большой. Я там видел, еще второй биом есть. Да, и тоже пауки есть. Что ж ты будешь делать, а? Так, пауки пока что меня радуют. Очень сильно радуют. Да, потому что пауки — это всем известный шикарный источник мяса. Так, расколупали. Давайте обойдем этот островок, потратим день. Ничего страшного, думаю, не произойдет. Тем более костер у нас в заготовке есть. А почему не в заготовке? Вот, теперь в заготовке. Так, есть улей, кстати. Вот он где-то здесь. Вот улей есть. Так, это хорошо. Пока что мне этот остров очень сильно нравится. Но этот второй на самом деле не хуже этого пока что. Так, камень обычный есть. Далее еще. Так, пауки. Это что? Так, все, этот остров мне больше не нравится. Вон домик обезьян, приматов. Так, золотой... Он тут не один, что ли? Тут не один золотой камень. Так, ладно, давайте выдолбим, пока обезьяны не пришли. А то потом нам это просто не дадут сделать. Так, заберем. Как хорошо, по два золота падает. Так, камни — это все, конечно, замечательно. Так, давайте ракушек насобираем. Точнее, простите, блюдечки, не ракушки. Так. 4 золота. Это на самом деле очень хорошо. Вообще, в идеале, я бы, наверное, вернулся на тот остров, там поселился, основал базу и поплыл бы дальше. Мне кажется, такая идея очень даже неплохая. Ну, сейчас мы до конца уже пройдем. Я так понял, что он... Да, он не особо большой. Да, у нас тут просто побольше вот этой всей флоры и фауны. Так, ну если что, нам еще можно будет отсюда пауков забрать и перенести к нам на остров. То есть вообще идеально, казалось бы. Так, давайте еще травы на всякую пожарность соберем. 3 кусочечка. Пусть будут, про запасик. Так, ну все, да, остров мы разведали. Сейчас еще проверим, есть ли там еще один золотой камень. Мне, по-моему, показалось, что есть. Так, давай, топ-топ. Да, есть еще один камень. Давайте его тоже спилим. Так, там змеи. Хорошо. 6 золота. Мне кажется, это шикарный результат, как за первые 2 дня. Это, по-моему, просто супер. А вообще, у меня была еще идейка спалить. Попробовать, во всяком случае, спалить этот домик приматов. Вот он бегает, сволочь. Второй бегает. Ладно, не буду палить. Вдруг они еще нагрятся сейчас на меня. Надают мне люлей. Так, кокон пауков есть, все. Главное, что мы об этом знаем. Сейчас мы проплывемся. Так, перекусь. Давайте, наверное, костер поставим все-таки. Ладно. Или подождем. Или не подождем. Не, давайте все-таки поставим. Приготовим это все. Жратву. Сейчас давайте, кстати, посмотрим, характеристики как меняются. Ага, дает плюс еще один хп и не забирает рассудок. Отличная жратва получается, мне кажется. Что-то мы до хрена нас... О, паучок пришел. Здорово, паучок, мне пока не до тебя. Давайте нажремся так, чтобы вообще до отвала. Вот, замечательно. Так, паучок. Так, тут тоже дублон валяется. Они, кстати, друг на друга что-то не агрятся. А нет, агрятся вроде. Сколько их выбежало? 3 паука, хотя тут только 2 кокона, по-моему, или 1 кокон. А ну-ка. Сейчас мы наблюдаем бойню. О, нет, и они сожрут мясо, да? А, говнюки. К ним еще один идет. Да, странно, в общем, странно это все дело. Так, хорошо, давайте еще и приготовим эти, посмотрим, разница какая. Так, это 3 хп дает, но меньше голода возобновляет. Окей, в принципе, грех жаловаться.
Так, давай на всякий пожарный еще факелок сделаем. Запасной, так сказать. Вообще, в идеале, я бы уже направился непосредственно к нашей базе. Я, правда, не знаю, мы можем с факелом плыть? Сейчас проверим. Берем факел в руки, прыгаем на этот, на борт. Нет, не можем. Не можем, я все понял. Не можем, так не можем. Что ж поделать? Хорошо. Не будем акцентировать внимание. Так, просто переждем тогда. Так, он автоматом возьмет факел. Молодец, вы, блядь. Так, 6 золота. Это, конечно, приятно осознавать, что у нас золото так до хрена. Но нужно быстренько добраться. Давайте все-таки подумаем. Мы возвращаемся сюда. Я-то, правда, не знаю, где мы обоснуем. Наверное, возле свина где-то. Где-то у нас... Где свин у нас был вообще? Свинодомик где-то вот здесь. Возле... А, вот он прям. Прям на улей. В общем, где-то здесь мы и поселимся. Хотя мы должны быть... Нет. Нет. Мы должны быть близко к паукам, чтобы постоянно мясо собирать. Поэтому мы, наверное, где-то вот в этих хащах. Где-то вот здесь мы поселимся. Будет наша, так сказать, основная база. Возле паучков. Или может здесь... Нет, давайте все-таки здесь, в центре острова. Так, все, давай. Ночка, уходи. Сейчас мы сплаваем вот сюда, заберем бутылку. Мне же интересно, что ж там такое-то в этой бутылке особенного? Так. Так, костерчик потух. Пепел нам пока не надо, только инвентарь засрет. Давай, 3, 2... Один. Бадабум. Хорош. Поплыли. Давай. Он, кстати, нехило так коцается почему-то. А мне его нечем чинить. Надо, блин, вторую заготовку делать, наверное. Так, давай. Плыви. Так, свин, бог с тобой. А где бутылочка? Так, тут какие-то лобстеры, походу, есть. Логово лобстера. Интересно. Так, этот лист я не знаю зачем нам. Ну, пусть пока будет. Так, все в бутылочке. Прочитать. Угу. Это типа сокровища. Интересно. Так, бутылочку я, наверное, посмотрю. Возможно, она где-то пригодится. Так, прихраню, говорю, присмотрю. Так. Валим тогда на остров и начинаем обосновываться. Начинаем хоть как-то частично обосновываться. Давай. Чалапай. Так, волны вообще не в нашу сторону. Это плохо. Давайте сейчас как-то аккуратненько прошмыгнем. Так, фу. У меня и так плот битый. Битый плот. Давай. Как-то сквозь волну мы только что прошли. Ну и слава богу. Так, вот так, так. Ой, даже... О, какой я молодец. Все, давай, к бережку. Так, где нам лучше выйти? Вот здесь, наверное, и выйдем. Здесь, наверное, прямо и выйдем. Так, ну, в принципе, начало мне пока нравится. Пока не все так страшно, как я думал. Так, птичка за семки, конечно, спасибо, но они меня не интересуют. Так, погнали. Погнали. Вообще, да, надо бы вообще мачете разрубить. У нас дохрена ресурсов я собрал. Как на первые пару дней. Так, свин тут гуляет. Пусть гуляет. Так, цветы для пчелок есть. Вроде бы все есть. Так, вот здесь. Я хотел обосноваться. Сейчас глянем, что там с паучками. Они же там вроде должны активно воевать. Особенно, когда по вечерам выходят. Ни черта не видно, блин. Да, вон, пожалуйста, есть кожа. Она никуда не денется. Ее можно будет... Это вообще, на самом деле, выходит фармилка кожи. Давайте соберем туда ягодку. Ну и пойдем основываться. Так, это что, мне показалось? Нет, вот, пожалуйста, о чем я говорил. Куча халявной кожи. Так, давайте вернем в исходное положение. Так, давайте эти валуны. Валуны, из них, по-моему, только камни можно получить. Причем чистые, тупо камни. Давайте хоть что-нибудь делать. Так, что для научной машины вообще надо? 4 бревна нам надо. Топор в руки и поехали. Давайте только с кокосиками. Чтоб мы не зря спиливали деревья.
Вообще очень хитро сделано. Кокосик, его можно и скушать, и можно посадить. То есть, и, конечно же, блин, надо делать выбор. Или же кушать, или же сажать. Но мы, конечно, будем сажать, так как тут такое условие ограниченных ресурсов, я бы сказал. Поэтому притормозим, притормозим немножко. Так, еще есть с кокосиками? По-моему, нет. Это плохо, это плохо. Это плохо. Так, дублоны мы тут выкинули. Вот с кокосиками, отлично. Так, нам все... Ой, какая бабочка крутая. Охренеть. Так, нам еще эти листья, наверное, где-то пригодятся. Так, два кокосика, вот это. Так, в смысле? А, я их выкинул, наверное, тогда. Или посадил все-таки. Посадил или выкинул? Выкинул, молодец. Так, надо привыкнуть второй кнопкой. Так, хорошо. Место мы, в принципе, выбрали, поэтому приступим. Сейчас торжественный момент. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-бам. Это победа. Так, давайте смотреть по ресурсам. Каменный блок нам точно пока что не интересен. Надо сделать портфельчик. Рюкзачочек, так сказать. А где он? Ага, вот. Нужно 4 травы. Да, без проблем. Я вас умоляю. Тут, кстати, трава такая более зелененькая, типа. Летняя, что ли. Так, выживашка. Портфельчик. Да, портфельчик занял свой слот. Это хорошо, это хорошо. А далее, если я не ошибаюсь, нам нужно сделать не... костер это не то. Вот, вот, нам нужно сделать сразу камин. То есть нам кострище... Это трата ресурсов, потому что, как я слышал, что ветра будут задувать костер. А это вообще беда, по-моему. Так, нам нужно накопать песка. Это что? Известняк. Ресурсы. Камень, доски, веревка, папирус, ткань. Золотой самородок. Не совсем понял. Ладно, давайте попробуем еще деревца нарубить, чтобы хотя бы сделать первый ящик. Так, а кстати, что с этими деревцами? Их рубить можно вообще? Можно, нельзя? Вроде можно. Отлично. Я надеюсь, с них побольше бревен. Ой-ой-ой-ой, змея. Пути-пути. Дайте мачете, она вроде сильнее. На, похари. Так, еще один. Давай. На, на, на. Да сколько вы ко мне лезть будете, ну? Да может вы прекратите уже, ну? Все, отстаньте от меня и отдайте мне бревна. Не люблю вот это с вами возиться. Так, две шишки. Шишка, дерево, джунгли. Ну давайте сразу, да не выкинем, а высадим. Сразу же. Вот, все, пусть растет и пахнет. Три бревна. Три бревна нам, конечно, недостаточно. Но нам этого достаточно, чтобы сделать тупо простой костер самый. Давайте перекусим. Самый простой костер. Но это будет у нас так, временно. Так, еще один кусочек травы. Да, наверное, придется сделать обычное кострище для начала. Давайте сейчас, кстати, попробуем. Может, успеем? Ну. Сколько мы камня получим? Раз, два, три, четыре. Блин, не хватило совсем чуть-чуть. Давайте пока поставим кострище, так и быть. Уговорили. Так, мясо, 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 минус хп, не вариант. Так, ягодки, если пожарим, чего не будет. Ага, плюс хп, окей. Пусть будет. Так, ладно, будем рубить сейчас все деревья подряд. И все ради ящичков. Может, все-таки лопату сделать? Даже не знаю. Так, части, части, доски. 4, а тут 3, да? 12, ну да, нехило надо так. Так, давайте это пока выбросим. Листья пока выбросим. Это перекус. Бутылку пока выбросим, чтобы нам оно как минимум перед глазами не мешало.
Так, ну же. Кто там гудит? Не гуди. Так, если что, еще топорик заделаем. Так, надо, надо, надо. О, как раз кокосы выросли. Отлично. Как он головой дергает, смешно. Я раньше как-то на этом не акцентировал внимание. В смысле? В смысле? Вы чего? Ребята, фу. Я ж убил всего лишь буквально пару ваших ребят. Вы чё? Чё вы с ума-то сходите? Вот, я сажаю кокосы. Все окей. Братишки. Так, свин, ты где? Кокосовые катапульты ходячие. А эти кокосы собрать можно? Некоторые, во всяком случае. Ну, он один точно собрать может. Ребятки, прекращайте. Прекращайте, они ему постоянно целый день от вас только то и делают, что бегать, ну. Я же посадил ваши эти деревья поганые, ну. Что вы ко мне приставите? Бичи, свин, спасай. Так, у меня ни брони, ничего нет. Я им точно ни черта не сделаю. Мимо. Слабаки. Не устали на меня агриться? Он где-то с подмыхи отрывает кокос и кидает меня. Ну давайте, я вас на свина хоть натрублю, что ли, ну. Уи. Так, свин, иди сюда, короче, я тебя мясом карману. Иди сюда. Я тебе еще ничего не дал. Так, свин. Атакуй. Атакуй бичей проклятых. Я же даже не знаю, сколько у них хп. Вот в чем беда. Так, свин, атакуй вот этого. Ай-яй-яй, зацепили. Ни хрена себе, больно зацепили-то, а? Так, фу, уйди от меня, отстань. Мразь, даже не дают деревья порубить, ну. Ах, так, топор у нас почти сточился. Давайте вот это спилим. Да, островок нас чуть-чуть заняли. Ненужные ребята. Но я надеюсь, это не будет особой помехой. Точнее, я надеюсь, что мы с этим... Да не выкидывают его. Ты что, опять ко мне идешь? Уйди, брысь, мразь. Брысь, говорю. Как же ты меня бесишь. Свин, ты что, ему не навалял еще? Давайте, катапультируйте. Давай, оп, мимо. Молодец, свин, я в тебя верю. Свин, наваляй вот этому теперь. Бей по глазам, все правильно. Ач, уворачиваемся. Фу, фу. 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 Так, надо, наверное, им тоже как-то вваливать начинать. Отбегаем. В смысле он меня попал? Я же отошел. Ну вас нафиг. Вы что, с ума сошли? Так, ладно, отжираемся. Броню мы сделать не можем, значится. Есть еще идея натравить на пауков, но я не знаю, как она сработает или нет. Так, в общем, ты там работай, не останавливайся. Так, совместить. Будем в таких полуполевых условиях, блин. Полевых, говорю, боевых. Так, это деревья тоже сюда нафиг. Так, ладно, топор мы сточили, я так понял, да? Давайте сделаем еще топорик. И пойдем дальше точить деревья. Так, главное постоянно сажать эти кокосики. А то эти хрени мне жизни не дадут. Свин, ты что бездельничаешь? Ты вообще куда ушел? Так, они меня типа не трогают, да? Нет, трогают. Фу, брысь. Брысь. Или они убили свина? Ребят, вы что, убили свина? Ну как вы могли? Он же был таким хорошим парнем. Кстати, свинячья жопа. Спасибо. За это вам, конечно, спасибо. А, как же вы меня бесите. Так. Свинячья жопа, где мы ее дели? Давайте пока тут лежит.
Мы все-таки, наверное, сначала сделаем броню и уничтожим этих мразей. Вот такой у меня план. Жесткий. Так, собираем траву. Так, нужно еще дерево, дерево. Так, дерево бить можно? Вроде нормально. А не забывай, что оттуда хрень вылезет обязательно какая-то. Так, вылезла. Пожалуйста, иди ко мне. На, вхарю. Все, я тебя не боюсь, запомни. Так, бежим делать бронь. Так, уйди, уйди от машины, уйди. Уйди, говорю, скотина. Так, части, части сначала. Ты что, от меня вообще не отстанешь, ну? Так, я его зажечь могу? Вот интересно. Фу, вот этот, почти. Ну как он по мне попадает, ну? 4 хп, все, мне жопа. Мне жопа. Жопенский. Змея, правильно, грызи его. Минус змея, ясно. Броню мне так и не дал сделать. Так, тихо, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Деревянная броня. Все. Все окей. Ах, я чудом остался жив. Так, ладно, змея его вроде переагрила, и тем самым он на меня больше не агрится. Так, фу-фу-фу, змеи, уйдите, не-не-не, я сейчас вообще не боеспособный. Вообще. Я вам вообще ничего не могу сопоставить. Так, ты же на меня агриться не будешь, правильно? Ты меня любишь. Я тебя люблю. Кусаем, 5 хп, отлично. Так, нам нечем разводить костер, да? Беда, 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 беда. А, так, надо подумать, надо подумать, надо хорошенько подумать. Мы реально ни черта сейчас не можем толком сделать. Давайте возьмем эти. Ой, он превратился в обычное дерево. У-ху! Так, давайте это топливо сожжем. Ох, так, да, не так все просто, как я хотел, конечно. Так, нам надо вообще уже запасы, заготовки делать, и еды, и мяса в целом. А у нас все никак. Ладно, ребятки, пока мы сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!